О, глупость. Привет-привет. Короче, я рассказываю, как я упаковываю, потому что многие меня просили. Я уже упаковала, но вспомнила, что вам нужно снять. Короче, беру вот такой вот прекрасный пакетик. Угу. Он сразу готовый заклеивается. Угу, понимаете, с гербом. Это вам не этот. Гербом или гербом. Короче, слава Украине. Берем пакетик. Меня заказали вот такие сережки. Тут, опять же, дяка за замолвание. За эти сережки сегодня такая борьба была. Это капец просто. Это очень хорошо, на самом деле. Очень прям приятно. Но именно борьба была, что там за них сражалось раз, два, три, четыре, пять человек. За них прям сражались. Ну, как сражались конкретно. Просто они про них писали все время. Я говорю, ну, уже все, уже все. Вот. Поэтому... Вот, я эти сережки. А, я не показала, что я туплю. Рассказываю что-то. Короче, заказали такие сережки и вот такие же автоблокитни. Перевернулась. Во, вот такие же автоблокитни. В общем, вот такую вот красоту я беру. В таких вот контейнерах сюда оставляю. Потом тут подписываю. Беру свою прекрасную коробочку. Сюда влаживаю. Там внутри пупырки, поэтому с украшением все хорошо. Я уже отправляла, уже три посылки получили, четыре даже забрали. Но я про четвертую не знаю ничего. Вот так. Потом я на листочке пишу имя и город. Ну, чтобы для удобства чисто. Я это не покажу. Вот. Сюда клею. И все. И потом тут заклеиваю, но я пока не буду заклеивать, потому что я перед выходом все буду проверять. Тут отклеиваю, заклеиваю, и все готово. Посылочка будет ехать. У меня на завтра отправить три посылочки уже. Вот. Так что такие дела. Сегодня мне нужно еще позаливать украшения, потому что я там понаобещала всяких там похожих, потому что все очень хотят и кулончики, и такие, их быстро все раскупают, красивые именно, которые прям невероятные. Поэтому да. Я еще хотела сделать такой крутой кулончик. Вот такой, короче. Знаете что? Тут на цветочке, видите, получается, проступила такая реакция. Видимо, очень нежные лепесточки. И такие, типа, ну не черные, ну короче, такая реакция была. Не сфокусируется никак. Ну, вы меня поняли. Поэтому это будет мой кулончик. Вот. Нужно будет выставить сегодня. А, короче, я не знаю, может вы... Кто-то и кто будет покупать, увидит. Ну, короче, у меня есть вот такое вот классное сердечко. А его так не видно, его, наверное, надо... О, вот так. Короче, вот такое вот сердечко. С этой стороны оно вот так выглядит. Но это я сразу покажу. Вот. Но получается оно типа такое разводами классное. Но мне реально нравится. Это я хочу как кулончик. Ну, потому что я так хочу. Ну, что я так решила? А свет? А добрый день. О. Не знаю, как его показать. О, вот так видно немножко. Это будет, да. Не знаю, может кому-то понравится, может нет, но, по крайней мере, мне он нравится. Мне нужно... Где моя фурнитура? Вот. Я не знаю, мне осталось тут достаточно немного. Мне надо будет новую заказывать. Поэтому, да, сегодня еще буду делать всякие разные. Вай, вы посмотрите. Это такая красота. О, я вносила, я вам отвечаю. Правда, мне кажется, фурнитурку надо побольше. Но тут или прям огромная будет фурнитура. Может, такую попробовать? Оно тогда будет болтаться. А так оно красиво висит, видите? Короче, напишите, как вы думаете. Ой, я не с той стороны, с вот этой стороны. Напишите, как вы думаете. Но мне пока такая нравится, я бы так сделала. Бум. Вот. Ой, для... Ля, Диана балуется. Короче, такая вот штучка. Короче говоря, я сегодня была в АТБ, и я такая проходила мимо всяких там лапши. Короче, возле макаронов. Я такая, опа, борщ. 8 гривен. С гринковый борщ в пакетике. Написано порция за 2 хвилини. За 2 хвилини. Берем склад. Сухарики, грінки, борошно, пшенична, бла-бла-бла. Лактоза, мультидекс, борошно, заправка овочева, сіль кухоне, концентрат, буряк сушений,
підсилювач смаку, як це без нього, цукор соєвий, грілізат, сушений концентрат томатів, сушений, барвник натуральний, сушені томати. Коротше, в основному сушені овочі. Я не знаю, що це таке. Ніхто не знає, що це таке, але я вирішила, що мені потрібно спробувати. Насипаємо, заливаємо, мішаємо і готово. Клас. Як його робити? Спосіб. Вмістіть пакет, висипте в кружку. В кружку, ну, буде тарілка. Додати 200 мл окропу. Мені треба мінку. А якщо я в пластиковий налью кипяток, нормально все буде? Не знаю. Сейчас проверим. Вмістіться, треба чим воно включати. Я вже взяла. Теперь нужно как-то отрезать. О боже, как это сделать? Не надо. Ой. Я открыла. Короче, я не знаю, что это будет, но знаете, проэкспериментировать стоит. Всегда тем более 8 гривен. Ой, капец, что это? Выглядит не очень аппетитно. Ва! Это что-то розовое. Фак, что это? Ва! Если что, бабушка у нас это самый вкусный борщик в мире. Я не знаю, это даже не сравнится, мне кажется. Давайте попробуем что. Заливаем. О боже, это надо снимать. Третий цвет, капец просто. О, все. Что? Зачем я это напила? Видите гренки? Я тоже не вижу. Боже, что это? Пахнет, кстати, борщом, я вам так скажу. Борщом, реально. Ну, пусть оно немножко постоит. Я попробую. На фоне вы слышите, как жарятся котлетки, а Диана пробует борщ. Ну, не знаю, насколько это аппетитно выглядит, но домашнее лучше. Тут даже капусты нет. Сейчас я как попробую, скажу, о, и рыгаю. Мне страшно. Ой, сколько химии. Это не борщ, это сплошной глютамат натрия. Да. Попробуй. Да. Нет, ты должна это попробовать, как ценитель борща. Короче, здесь есть начинки, только сухари. И все. И глютамат натрия. Ну что я хотела за 8 гривен? Пробу снимает бабушка. Всем привет. Тебе нравится? Ну да, ну да. Конечно. Все. Химического производства. Происхождение. Надо еще маму пригласить с папой попробовать.